Но я тебя выиграю, блядь, по чудесам света просто. Да ты заебал, ну включи одно. Блять, придется воевать. Я лучше по чудесам бы выиграл. Да много. Ну, большой вот как стоит. Да, я уже привык к этому. Так что хай так будет. Только размер карты минимальный, меня, конечно, смущает. Ну, хз, давай. Какие другие? Да не, там же уже все настроено, типа, как надо, пускай будет. Ну это тупо изи катка, блядь. Ну да, скорее всего это для тебя. Не вижу камни, блядь. Сука, не вижу камни, блядь. По одному, какого хуя по одному, Я поднимаю, но так, блядь, ёбана рот. Ну это пиздец. Да ну ты ж ебанутый. Без стрима, конечно. Какие, блядь, тут могут быть подлагивания? А, ты через ОБС записываешь, да? Давай как-то, блядь, по рыбе договоримся, я не знаю. Давай верх мой, низ твой, блядь. Ну, давай как-то, блядь, договариваться, типа, ну, блядь, чтоб не... Не, ну давай, серьезно. Нет, меня так не устраивает. Меня так не устраивает. Ой, блядь, я этот, кто этот? Ну ты ж, падла, не согласишься. Ну вот, я ж говорю. И вообще, блядь, дань мне плати, сучка.
А чё? Что, не нравится тебе так? Я ж надеюсь, ты... Какой нахуй плод, Ты чё, блядь, Нарик? Первый плод. Да, ты уже, блядь... Да, нихуя себе опережать. Это называется опережать? Тоже. У меня еще, да кто такие, олени есть, о. Вау, у меня лошади размножаются. Так четко. Слышь, у меня золото аж 3 месторождения. Железо 2. Железо 3. Нахер оно тебе надо? Там все нормально. Ой, слышь, не надо только вот это вот прибедняться, ладно? Чувак, ну мы не нападаем, да? Мы ж, блядь, договорились по-нормальному, да? Мы не нападаем. У меня что-то подвисло. Сервер не отвечает. Ждите 65 секунд. Все, ты сейчас вылетишь. Или я вылечу, или ты вылетишь, короче. Не-не-не, поздно. Да было сохранение такого вот. Только вот-вот было. Угу. Сервер не отвечает. Ждите 45 секунд. Ну да. Не, ну что за сервер, а?
Ты автосейвы там вообще у себя включал? Все, я вышел, да? Армах потерпел поражение. Все, заебись. Я записывал, чувак. Я записывал. Все, я выиграл. Заебись. Что? У тебя не было автосейвов? Давай. Включи автостейв. Ну да, 10 раз в 10 минут. А у меня сегодня какое число? 15-е. 21-16. Не, это не тот. У меня тоже нету. А, 15 в 21, 16, да. Сейчас 22, 11, да не. А можно, блядь, их все выделить и удалить, нахуй? А чё он, блядь, не перезаписывает сейвы? Окей. Сейчас. Опции. Интерфейс. Частота сохранения 3 минуты. Окей. Да, останови Windows, блядь, снять задачу. Ну ты создал, нет? Да, ну а как, ну а что? Блять, да. Ну да, вот это плохо вообще, что нету описания юнитов перед тем, как их покупать. Ну даже, да, да, даже там. Типа, ладно. А, ставь, похер. Посмотрим заодно, что это значит. Да хуй знает. Ставь и фиксировать команды. Людей мне. Людей мне. Слушай, не, ну ты отчаянный. А чё ты настолько в себе уверен, типа? Весь блендер на эту игру. Снимай галочки, блядь, с фиксации этой хуйни. Я завис, ждем игроков, понял, на это. Я не могу не выйти, ничего сделать. Сука, да чтоб тебя.
Падла. Не, ну это прикольно. Все, ну прости. Что такое сад собирает, нахуй? На протяжении тысяч... Да, да, для тебя тоже. Угу. Ладно, у меня там, блядь, двухъядерный процессор, у тебя? Шести же? Смысл? А где твоя шестиядерная хуйня-то? Так он один хуй использует одно ядро. Игра что не оптимизирована под многозадачность, под многопроцессорность, под многопоточность, господи, блядь. Следующую эпоху. Создал? Так ты говори, блин, что создал. Я ж сижу, блядь, туплю, втыкаю в менюшку. А, да. Ну, сука, если мне сейчас опять так с едой пропит, нахуй, мы заново начинаем. Чувак не прокнуло. Чувак мне с едой не прокнуло. Ты думаешь? Что мне с едой не прокнуло? То есть, если я иду, то, короче, это я не иду. А если я иду, то не иду. Ну да. Ну да, так-то, конечно, блядь, понятнее, ебать. Так-то, блядь, вообще сразу все понятно. Яр! Я что-то не понял, что... А, нормально все. Да все нормально, не тренди, блядь. Угу. Да все нормально. Угу. Песка. Потому что у меня угол камеры не с той стороны. Сейчас прям уже едут. Давай. Ты там у ботов научился, блядь. Я во вторую пошел.
Что я решил, короче, упороться в рыбалку. Догнать. Ты плохой хозяин. Или наоборот, хороший. Я хуй знает, может, я тебе секрет, блядь, какой-то открою, но там, короче, если костер ставить рядом с едой, то типа они прям недалеко бегают туда. На корабле! Смешно. Ставлю, хули. Да. Попашься друг по другу, хуярят такие. Я включил вам каждые 3 минуты, чувак, это будет, так что. Ну да, там, да, я представляю вообще. Ну капец же, ж они медленно ходят на очень быстрой скорости, чувак, это жесть. Это прям жесть, серьезно. Южный — это низ? Нет, наоборот, южный мой. Принималка не выросла от твоих башен.
Цунте. Кейлос. Талас? В смысле? Калос. Так я уже во второй давно. Ну только не он в угол. В уголочке тут. Цунте. Стома. На нас напали. Вот это бегемоты, да. На скорость. Талас. Талас. Кейлос. Не брал. Охуеть, слышь, не, ну ты читер. Талас. Калос. Поте. Чё хочешь, да, вообще дает прям чё хочешь. Цунте. Стома. Талас. Да. До появления нормального вооружения у одного из... Всех. Угу. Цунте. Кейлос. Стома. Талас. Кейлос. Mm-hmm.
Я не строю. Да, давай, давай без храмов. Давай без храмов. Ну, то есть храмы, храмы нужны будут только для перехода в эры, но, блядь, пророками, короче, нахуй. Может, храм построить, да? Сука. У меня зависло. Сервер не отвечает, все сейчас вылетит. Не ждем игроков. Вроде что-то. Улитка пропала, но ждем игроков еще. Мои не работают. О, работают. Не, нормально. Блять. Да-да-да. Где камень? Василий, давайте, блядь, камень ебошьте быстрее. Кейлос. Талас. Стома. В смысле, ты полностью въебал полосу из башен? Талас, Халос. Цунте. Стома. Да не, как-то... Талас?
Слушай, почему у меня на одной точке трудятся 5 рабочих, и я не могу поставить шестого? Я его направляю, а он стоит такой, прыгает просто возле него, и все, и ничего не делает. Угу. Пока не родила. Не, ну фалос звучит, конечно, жестко. Держится. Талас, Кейлос, Сума. Не переживай. И мой... Все хорошо. Талас. Спокойнее, спокойнее, да, точно, точно. Бегемотом. Кейлос.
Цунте, Кейлос. Талас, Стума. Поте. Стома. Талас. Стума. Поте. Стома. Талас. Калос. Цунте. Кейлос. Талас. Стома. Ваш царь умирает, блядь. Талас, Стома. Цунте. Кейлос. Талас, Стома. Да. По-моему, камень где-то надо. Слушай, а как, кстати, в стенах строить ворота? Я вот этого не понял. Какие? Как? Где они? Где их выбрать, блядь? Да замечательно, спасибо. Помог. Ой. Тревога! На нас напали! Дуате. Эсто. Не, все, они ушли. Я просто глянул, что ты там рыбу добываешь, и все. Я ушел. Какой придем отставить? Придем. Не надо. Не надо. Нет. Не надо. Нет. Не надо. Ну я прошу тебя, ну не надо. Как закончится, так и будем думать. А пока не заканчивается, живем.
Да-да-да. Талас. Стума. Цуми. Стума. Талас. Кейлос. Стума. Кейлос. Какой там разведка, чё ты? Господи, ну зашёл в гости, чё? Зачем? А что надо было? Думаешь? Да ладно, хай рыбач. Я обычных работяг не трогаю. Что он там накосячил? Какой плод? Так я ж не был атакован. Оно говорит только когда по мне урон прилетает. Okay. Не, паники не было. Что ты как-то это грустно, блядь, произнес так. Блять, мне интересно, достану твою башню сюда. Ну вон, рыбаков я отправил. Сейчас проверим. Не атакуют нормально, не достают. Это хорошо. Ну хорошо. Это ж хорошо. Но они просто очень близко между нами, понял? Они тут вдоль берега, короче, моего плавают. Тихонечко, все, не это. Не надо. Не надо. Слышишь? Ты слышишь меня, нет? Не надо. Проверять, где там лодки. Я тоже уже так пятерых ёбнул. Ты сносишь здание, что понимаешь? Стома. Калос. Калос. Как скажете? Не, охренели там в лесу вообще, блядь, стоят, нихуя не делают,
Самолеты, блядь. Ага, я понял. Я понял. Ага, самолеты, ага. Прокачивать, да? Рад стараться. Да? Конечно. Самолеты, блядь, на дальность. Гугу, гугу, блядь. Сука. Блядь, чё тару. Да, господин? Да? Ну, у меня приблизительно так. Как скажете. Сука, почему люди, блядь, не работают у меня, Вы чё? Я 3 человека, короче, застроил, взял ими, подставил, блядь, костер и это. Хай нахуй там рубят, блядь, дерево. Я ж еще во второй эре. Самолеты там улучшаешь, да? От правительства на самолеты. Да? Ага, я понял, конечно. Слушай, что-то железо прям очень туго идет, блять, 3 точки и очень да? Плохо идет. Да? Как скажете. Да вот это вот на одной точке я не могу понять, какого хрена тут. А, не, гля, стал тю, блядь. А чё, я его посылал, короче, раньше. Он не хотел работать. Как скажете. Данила? Да? Конечно. Ну да, их можно вырубить под ноль все. Ну да, если там ебашит такая толпа, как у меня, то, блядь, леса кончаются, сука, очень быстро. Логично. Да? Хрен знает. Конечно. Да. Да. Андрюха, кстати, прошел обучалку. Конечно. Да, господин. Mm-hmm.
господин. Так, гуляющие есть? Есть, нахуй. Ебашит сюда. Негры, солнце еще да, высоко. Как-то это прозвучало, да? Да. Не камильфо, да, блядь. Рад стараться. Да, конечно. Да, милорд, как скажете. Не, ну это история, а что ты, что ты против истории попрёшь? Да? Плодородно. Соседняя улица, блин. А это идея. Блять, стартапчик, нахуй. У нас тут этот, да. Какого хрена происходит, блин, да? Чё? Вы что, прикрыть не можете там? Сейчас. Хорошо. Ага. Сейчас. Да? Хорошо. Ага. Я не понимаю, почему люди не работают. Сейчас. Вот они рубят лес. И чё они стали? Да? Хорошо. Нормальный там правитель. Да? Я с ним тоже довольно близко знаком. Ага. Нормальный чувак. Да? С навигацией все плохо. Ага. Сейчас. Не зачем. Надо. А, чтобы я посмотрел. Ну я сейчас. Да? Сейчас я посмотрю, что. Сейчас я посмотрю, что. Стришу тебя четвертая, да? Неважно.
Ну да, чё, а чё только я, блин, должен сливать корабли? Давай ты сливай. В смысле? Это как? Я так не умею. Не, у меня такая хуйня не работает. Ой, на нас напали. Схуяли. Слышь, а ты охренел там вообще? Тревога! Дед, давай. Напали. До свидания. Да? Не, ну лодки валить, ну ты чё? Охренел вообще? Хорошо. Можно. Да? На плот его и к моим башням. Не взял бы, он спугнул мне рыбака, но ты, блин, очень неадекватный. Да-да-да. Цигейну. И моига. Не. Цигейну. Ага. Так, мне вот это вот сейчас не нравится. Да в смысле, ну свали, ну чувак. И моига. Нахер ты мне их пугаешь? Не, ну ты нормальный. На вот так вот, нахуй, минус. Ага. Сейчас. Иди лови рыбу, блядь, ты, сука, обсерыш. Хорошо. Заебал, блядь, увидел кораблик, все, обосрался. Давай, блядь, кошмарить тогда, короче... Это. Шо мы вас решили? Ага. Да нет. А шо, на кого-то напали мои галеры? Как не люди, блядь, да? У меня моя цивилизация, она типа, ну знаешь, не из тех, кому весело пойти просто ебало кому-то набить по пьяни. Хорошо. Блядь. Не жалуются, знаешь. Я уже не парься.
Лучше было бы улучшение, блядь, на плюс один на точку, блядь, по добыче. Действительно, что ж еще делать? Давай без них, а? Что вы желаете? Хорошо. Да? Не, не ебашат дерево. Все нормально. Да, они решили, лучше мы поработаем. Какой? В этой. В этой, это в какой? А, да. У нас? Да. Да. Просто да. Отвали и узнай. Что у галер дамаг очень маленький. Ну да. Так а что это? Да не, ну дамаг, блин, 15 плюс 5. Ну что это за... Ну, блядь, это не серьезно вообще. Ага.
типа галеры, блин, против башен вообще бесполезные. Да не, когда там даже в ряд стоят 5 башен, то ты даже в 15 рыл, ты их не развалишь. Сохранение было. Ага. Сейчас. Да? Хорошо. Нахер иди, сыщ, все восьмую, блядь, перешел такой. Я все вижу, блядь, что ты думаешь? Напали. Такой сейчас в смысле? Да? Да? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Иной идет о нас! А что там, на тебя напали, нет? На тебя не напали? В смысле? Это как? Ну, вроде да. Тревога! На нас напали! Хорошо. Ты уверен? Это что, блядь, за нахуй прилетел? Слышь, а как так? Почему у тебя ж восьмая эра? А чё у меня этой хуйни нету? В смысле? Слышь, а почему у меня нету этой хуйни? Да? А
как ты ее... Нет, подожди, ты мне теперь просто объясни, как ты ее сделал. Уебок. Сейчас. Ага. Хорошо. Ага. Да? Сейчас. Ага. Да? Хорошо. Не, ну ты, блядь, какой-то странный чувак, на самом деле. Так ты, сучка, уже в девятой? Слышь, тебе вот эта вот толпа тут не мешает от этих зданий? Вот этих форпостов и ратушей, не? Не, нормально. Угу. А в чем? Нет. Я не понимаю, зачем их столько. Да. Ну ладно. Куда ты, блядь, это полетел, сука, там? Вот куда ты, блядь, это полетел? Полетел он, блядь, понимаешь? Ебануться, блядь, и людей же, сука, позаселял туда. Я хуею, блядь. Я хуею. Ебать ты нарик просто. Пиздец. Готово. Хорошо. Я Ждем. Понял. Сейчас. Ладно. Сейчас. Ладно. Сейчас. Хорошо. Сейчас. Ладно. Сейчас. Ладно. Приступаю. Ладно. Сейчас. Хорошо. Просто пиздец. Сейчас. Ладно. Приступаю. Ладно. Сейчас. Готово. Хорошо. Кого? Шарик? Нет, он просто висит. Сделаю. Сейчас. Подожди, ты уже в десятую? Ты уже в десятую или чё? У тебя как-то что-то бетонные башни какие-то. Сделаю. Ну да, у тебя ПВО. Короче, я понял, ага. Я понял, всё, я проебал. Я понял. Thank you.
Чем могу помочь? Приступаю. Готово. Чем могу помочь? Чтобы ты туда мог что? Хорошо. Летать, блядь. Летай, сука, домой себе, заебал. Летает он тут. Кому? Так, да, блядь, чё он доебался до меня? Он мне тут маячит перед глазами, мешает. Не, ну ты козлина, конечно, охерел. Ну ты, блядь, крышетёчный, я тебе скажу. Я просто в шоке. Чем могу помочь? Приступаю. Готово. Хорошо. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас! Чем могу помочь? Приступаю. Все ради тебя. Чем могу помочь? Готово. Приступаю. Чем могу помочь? Хорошо. Готово. Сделаю. Приступаю. Готово. Приступаю. Сделаю. Сейчас. Чем могу помочь? Ладно. Чем могу служить? Сейчас.
Подожди, как ты мне мою башню развалил? Ну, вот на таком полуострове. Ты мне как-то мою башню развалил. Может, твои как-то стали доставать, да нет? Вряд ли. Чем могу помочь? Приступаю. Блять, сука. Ой, блять, как же ж оно не пиздеть, да, вот это. Готово. Хорошо. Сохранение прошло успешно, да? Готово. Приступаю. Сделаю. Ладно. И моего. Esto. Duote. Talas. И моего. Esto. Сделаю. Чем могу служить? Ладно. 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 Чем могу помочь? Приступаю. Хорошо. Тревога! На нас напали! Приступаю. Хорошо. Мысли. Ты о чем вообще? А, у меня эти пушки стали достреливать. Заебись. А ты чем, блядь, по мне стреляешь? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Приступаю. Ну да, слышь, тут сюда тупо пушки твои добивают, короче. Прикольно. Чем могу помочь? Ладно. Прикольно.
Не, все-таки, что значит твои слова насчет, так ты типа решил что-то там, что? Что я решил? Готово. Приступаю. Ну это прикольно вообще воевать так с берега на берег, только перестреливаться. Чем могу служить? Сейчас. Сейчас. Сэр. Ну ты там, блядь, в защиту, конечно, ударился, ебануться. Готов. Принято. Вот в этом, короче, бок игры людей против людей. Тревога! На нас напали! Готов! Принято! Так точно! Тревога! На нас напали! Так точно! Готов. Так точно. Тревога! На нас напали! Хорошо. Чем могу помочь? Приступаю.
Жду приказаний. Готово. Готово. Хорошо. Сделаю. Тревога! На нас напали! Готов! Не долетел, да? Ну все, чувак, все. Тут да. Дальше смысла играть нету, потому что самолеты тупо не долетают. Ну, как бы типа, блять, хз, конечно, но. Тревога! На нас напали! А как ты, сука, долетел, я не могу понять. Почему мои не долетели, а твои долетели? Готово. Очень интересно. Тревога! На нас напали! Готово. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Да. Сделаю. Готово. Чем могу помочь? Ну и как-то добыть. Готово. Чем могу помочь? Готово.
Чем могу помочь? Готово. Приступаю. Готово. Приступаю. Сделаю. Приступаю. Сейчас. Чем могу помочь? Нет. Чем могу помочь? Хорошо. Готов. Тревога! На нас напали! Просто. Чем могу служить? Твою мать, блядь! Да, блядь. Если б только твои лазерные гребаные башни, блядь, не доставали до моих. Чем могу помочь? Приступаю. Подожди, ты в какой эре? Ну, блядь, скажи, это какой номер? Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Готово. Последняя, то есть, да? Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Приступаю. Чем могу служить? Ладно.
Что за? Чем могу служить? Сделаю. Сейчас. Чем могу помочь? Ладно. Тревога! На нас напали! Готово. Хорошо. Чем могу помочь? Сделаю. Ладно. Чем могу служить? Чем могу помочь? Приступаю. Ну. Хорошо. Готово. Приступаю. Шо гремит? Где шо, блядь, разваливается? Я не могу понять. Служить сейчас. Куда прикажете следовать? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Ложимся на курс! Тревога! На нас напали! 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 Приступаю. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Это что такое сейчас было? Тревога! На нас напали! Мне что-то показалось или... Какая херня ракетами по мне стреляет? Тревога! Кто-то? На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали!
Тревога! На нас напали! Тревога! Что это за хер стреляет? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Короче, ты уже в 14 веке, да? Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Тревога! На нас напали! 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 Старший помощник слушает! Тревога! На нас напали! 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 Старший помощник слушает! Старший помощник слушает. Прокладываю новый курс. Тревога! На нас напали! Мостик на связи! Старший помощник слушает. Старший помощник на связи. На курс. Прокладываю новый курс. Ложимся на курс. Прокладываю новый курс. Тревога! На нас напали! Прокладываю новый курс. Что, и так оно, короче, и будет, да? Чувак, ну это нудно. Серьезно, прям нудно. Тревога! На нас напали!
Старший помощник слушает. Тревога! На нас напали! Старший помощник слушает. Прокладываю новый курс. Ложимся на курс. Мостик на связи. Ложимся на курс. Да куда ты? Блять, ебаная, сука. Тревога! На нас напали! Старший помощник слушает! Мостик на связи! Старший помощник слушает! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Старший помощник слушает! Мостик на связи! Чем могу помочь? Приступаю. Тревога! На нас напали! Мостик на связи! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Старший помощник, складываю новый курс. Ложимся на курс. Старший помощник слушает. Прокладываю новый курс. Мостик на связи. Ложимся на курс. Готово. Хорошо. Тревога! На нас напали! Есть! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Короче, я понял, те башни что-то сильно близко к воде стоят, надо их
шучу. Сделаю. Ладно. Чем могу помочь? Сейчас. Тревога! На нас напали! Ладно. Чем могу служить? Чем могу помочь? Ладно. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Блять, такое себе развлечение, на. Вот плохо, что тут нельзя, короче, послать куда стрелять в темную, типа, и чтобы они стреляли. Еще, блин, в древних в Редалерке такое можно было делать. Наверное, потому и придумали, блядь, победу по чудесам света. Я смотрю, что тут можно делать. Серьезно? Я думал, он мне что-то показалось, что он летал. Ну ладно. Чем могу помочь? Привет.
Приступаю. Что-то я не понял. А, блядь, я не то построил, сука. Ресурсов мало? Да не, ресурсов нету. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Чем могу помочь? Хорошо. Готово. Приступаю. Чем могу служить? Ладно. Тревога! На нас напали! Короче, это ровно то расстояние, с которого ты можешь стрелять. Чем могу помочь? Хорошо. Ну, короче, хуй знает. Нет, я не подсвечу. Чем могу помочь? Приступаю. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Ладно. Тревога! На нас напали! Ни хера себе они мощные. Слушай, это прям заявка на успех, да? Если их прям много сделать, то это будет больно. Тревога! На нас напали! Что-то им мои пушки вообще нифига не сносят, я не понял, в чем прикол. Что-то сносят, да, по чуть-чуть.
нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Разлетались тут, понимаешь. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сделаю. Ладно. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Блять, кусаемся тут, сука. Ой, блять. Не, ну прикольно вообще так-то. Помочь. Тревога! На нас напали! Ладно. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Тревога! На нас напали!
Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Приступаю. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Господи, это что за карапатица? Тревога! На нас напали! Наш курс. Ложимся на курс. Тревога! На нас напали! Ложимся на курс. Будет исполнено. Наш курс. Ложимся на курс. Тревога! На нас напали! Старший помощник на связи. Будет исполнено. Чем могу помочь? Готово. Тревога! На нас напали! Приступаю. Чем могу служить? Сделаю. Тревога! На нас напали! Старший помощник на связи. Будет исполнено. Ложимся на курс. Ложимся на курс. Чем могу служить? Хорошо. Наш курс будет исполнен. Тревога! На нас напали! Сэр.
Тревога! На нас напали! Принято! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сейчас! Тревога! На нас напали! Сейчас! Готово. Приступаю. Сделаю! Тревога! На нас напали! Ладно. Напали! Сейчас! Тревога! На нас напали! Сейчас! Чем могу помочь? Хорошо. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сделаю! Тревога! На нас напали! Сейчас! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Я понял. Тревога! Нормально. На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готово. Тревога! На нас напали! Приступаю. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали!
Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас. Сделай. Хорошо. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Ладно. Сделай. Сейчас. Чем могу служить? Сейчас. Тревога! На нас напали! Да, командир. Принято. Вас понял. Принято. Ветролёк тестишь. Чем могу помочь? Приступаю. Чем могу служить? Хорошо. Тревога! На нас напали! Сделаю. Сейчас. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готов. Так точно. Готово. Сейчас. В смысле, главное, звук пошел, а, блядь, нихуя, да? Я понял. Заебись. Четко, блядь, четко, нахуй. Хорошо. Приступаю. Чем могу служить? Так она не взорвалась, нет? Чем могу помочь? Сейчас. Ну так и звук пошел, нет? Это не считается. Блять, я думал, это считается. Ну ладно. Чем могу помочь? Сейчас. Чем могу служить? Ладно. Прием. Вас понял. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Ладно.
Напряженно, напряженно, да? Нет. Протягивай. Ладно. Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас. Тревога! На нас напали! Ладно. Жду приказаний. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Хорошо. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Жду приказаний! Принято! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Принято! Как прикажете? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готов! Вас понял. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сделаю! Тревога! На нас напали! Хорошо.
Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готово. Сейчас. Что-то тишина такая, блядь. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Что-то не успели там сориентироваться. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готово. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Хорошо. Чем могу служить? Ладно. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Чем могу? Тревога! На нас напали! Вас понял. Тревога! На нас напали!
Сейчас. Чем могу помочь? Ребята, на нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Приступаю. Готово. Ладно. Тревога! На нас напали! Сейчас. Готово. Приступаю. Сделай. Ладно. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Я могу служить сейчас! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Готово. Хорошо. Сделаю. Приступаю. Что там у тебя по ресурсам?
Сейчас. Хорошо. Приступаю. Сейчас. Хорошо. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Ладно. Тревога! На нас напали! Сейчас. Ладно. Хорошо. Приступаю. Хорошо. Тревога! На нас напали! Готово. Готово. Приступаю. Чем могу помочь? Приступаю. Готово. Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Ладно. Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Сейчас. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас! Тревога! На нас напали! Да, командир. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сделай. Чем могу помочь? Сейчас. Готово. Сейчас. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Хорошо. Чем могу помочь? Приступаю. Тревога! На нас напали! Готово. Ладно. Чем могу помочь? Хорошо. Готово. Хорошо. Тревога! На нас напали!
Тревога! На нас напали! Готово. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Хорошо. Сделаю. Сейчас. Готово. Приступаю. Чем могу помочь? Хорошо. Ты там люди, блядь, ходить хоть могут между башнями твоими. Не, да, такое ощущение, что не могут. Чем могу помочь? Чем могу служить? Ладно. Сделаю. Хорошо. Готово. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Ну, все правильно, все правильно. Тревога! На нас напали! Готово. Сейчас. Чем могу помочь? Хорошо. Готово. Ладно. Сделаю. Приступаю. Готово. Тревога! На нас напали! Ладно. А что такое? Тебе не понравились мои башни? Блять. Да, командир. Принято. Да, сэр. Тревога! На нас напали! Сэр. Готово. Приступаю. Чем могу помочь? Хорошо. Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Чем могу помочь? Хорошо. Чем могу служить? Сейчас. Тревога! На нас чем напали! Ладно. Готово. Приступаю. Чем могу помочь? Хорошо. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас. Чем могу помочь? Хорошо. Тревога! На нас напали! Сейчас. Сделаю. Ладно. Готово. Приступаю. Сэр. Есть. Тревога! На нас напали!
напали! Чем могу помочь? Хорошо. Готово. Приступаю. Сделаю. Хорошо. Готово. Приступаю. Тревога! На нас напали! Ладно. Чем могу помочь? Тревога! Приступаю. На нас напали! Готово. Хорошо. Чем могу помочь? Сейчас. Готово. Хорошо. Сейчас. Ладно. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Ладно. Тревога! На нас Сделай. Напали! Сейчас. Хай. Готово. Хорошо. Чем могу помочь? Сейчас. Чем могу служить? Хорошо. Чем могу помочь? Сейчас. Чем могу служить? Хорошо. Угу. Чем могу помочь? Сейчас. Готово. Угу. Ладно. Оценю, да. Чем могу помочь? Хорошо. Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Сделаю. Готово. Сейчас. Да, командир. Тревога! На нас напали! Так точно. Тревога! На нас напали! Сделаю. Хорошо. Приступаю. Хорошо. Готово. Приступаю. Сделаю. Ладно. Чем могу служить? Сейчас. Чем могу помочь? Ладно. Прием приказаний. Тревога! На нас напали! Есть! Вас понял. Тревога! На нас напали! Вас понял. Есть! Сделаю! Тревога! Приступаю. На нас напали! Готово. Ладно. Чем могу помочь? Приступаю. Готово. Сейчас. Сделай. Тревога! На нас напали! Хорошо. Чем могу служить? Сейчас. Сделай. Хорошо.
Приступаю. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Ладно. Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сделаю. Ладно. Чем могу служить? Сейчас. Тревога! На нас напали! Сделай. Хорошо. Тревога! На нас напали! Жду приказаний. Есть! Готово. Сейчас. Сейчас. Чем могу служить? Ладно. Чем могу помочь? Сейчас. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Сейчас. Тревога! На нас напали! Сейчас. Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Приступаю. Что-то мне не нравится, движ твой тут. Прям не нравится вообще. Там какая-то толпа, блядь, такая нереальная стоит, что пиздец. Тревога! На нас напали! Сделай. Чем могу служить? Хорошо. Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Готово. Сделаю. Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Сделай. Хорошо. Чем могу служить? Приступаю. Чем могу помочь? Ладно. Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Что, у кого-то там траблы с ресурсами, да? Тревога! На нас напали! Да, командир. Сделаю. Ладно. Тревога! На нас напали! Ладно. Приступаю. Готово. Чем могу помочь? Да ладно, нормальная тактика. На нас напали! Приступаю. Готово. Сделаю. Сейчас. Мне кажется, ты там сейчас просто наклепаешь миллион всего и тупо вот приедешь и вынесешь тупо. Сейчас. Что это за отряд самоубий? Приступаю. Хорошо. Сейчас. Приступаю. 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 Хорошо.
Приступаю. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сейчас! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Да, командир? Что прикажете? Я просто не смогу, блять, мне нравятся такие высказывания. Тревога! На нас напали! Я ну что за прикольчик? Тревога! На нас напали! Мы ж по-пацанячи, да, договорились, что без пророков. Ресурсы менять на другие. Дай мне дерево 1005. У тебя есть дерево? Ну дай, пожалуйста. Ну пожалуйста, ну если есть, дай, серьезно, мне не хватает дерева. Ну пожалуйста, ну ты согласись, что ты, короче, чуть-чуть, тебе уже плохо. Дай мне. Дай мне 3000 дерева. 3. Дай, пожалуйста, 3000 дерева, чем пожалуйста. Пожалуйста, дай мне 3000 дерева. Дай мне, пожалуйста, 3000 дерева. Пожалуйста. А я понял. Готово. Ладно, не надо. Приступаю. Я просто всего лишь одну хуйню хотел проверить. Чем могу помочь? Тревога! На нас напали! Чем могу служить? И шумы. Что-то мне кажется, прям вообще нихера интересного не будет. А не хочу. Они все равно по одному умирают. Я ж не смогу уничтожить всю армию, типа. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Неплохо, согласен. Это было неплохо. Ну дай дерево в натуре, ну что тебе жалко, блять? Ну дай 2000 дерева всего лишь, ну, пожалуйста. Тревога! На нас напали! Блин, ну пожалуйста. Чем могу помочь? Приступаю. Чем могу служить? Сэр. Слышь. Ну дай дерево. Тревога! На нас напали!
Принято. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сэр. Есть! Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Чем могу служить? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Сэр. Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Слушай, ну это жесткая заруба вообще. Так точно. Готово. Тревога! На нас напали! Сделаю. Сейчас. Чем могу служить? Приступаю. Чем могу помочь? Приступаю. Хорошо. Тревога! На нас напали! Готово. Приступаю. Сделаю. Ладно. Готово. Хорошо. Приступаю. Хорошо. Приступаю. Ладно. Сейчас. Чувак, ты не дерево, да? Чем могу служить? Ладно. У тебя что, нету дерева? Хватит у тебя. У тебя, блядь, дерево, он растет, я хуй. А, наверное, просто карта не обновилась, да? Я помню. Тревога! На нас напали! Жду приказаний. Вас понял. Сделаю. Тревога! На нас напали! Да, командир. Есть.
смысле, вот сейчас опять, блядь, музыка прошла, ну, типа, звук, что бомба падает, но она упала, блядь, до того, раньше, в смысле, после того, как его сбили. А вот почему у меня, блядь, так не получилось? В чём, блядь, прикол? Тревога! На нас напали! Тревога! На нас напали! Слышь, какого хуя? Да похуй, ебашим. Сука, дерево не даешь, ебашим. Тревога! На нас напали! Дерево не даешь? Ебашим. Дай дерево. Нет. Ну ты ебать нормально. Чувак, ну нахуй ты вот это вот начинаешь? Давай, я тебя, блядь, вынесу и все. Нет, я тебя хочу ему вынести. Тревога! На нас напали! Да. Да, блядь, снимай нахуй с паузы, заебал. Раз, ага, да. Давай, блядь. Дай мне дерево, я выиграю быстрее. Дерево зачем? Чтоб было. Ну, чуть-чуть дольше. Ну, на час, может. Не знаю. Плюс-минус. Намного, поверь. Ну дай мне дерево, чувак, ну я, блядь, проверю одну хуйню. Ну дай мне, блядь, 2000 дерева надо. Две. Я не прошу, я требую. Ты дерево даешь? Ох ты ж, ёб твою мать. Почему ты такой пизда, братин? Да не. Чем могу служить? Ладно.
Ты что там, блядь, артмани запустил или что? Дай мне дерево. Да есть у тебя дерево на 100 пудов, блядь. Нет? Серьезно? Блядь, даже у меня, сука, 112 за его. Тревога! На нас напали! Держать. Ебать, у тебя там башен, бля. Хорошо. Сделаю. Это пиздец. Готово. Хорошо. Чем могу помочь? Приступаю. Чем могу служить? Не-не-не. Нормально, че, играем. Скучно проигрывать, да? Ай-яй-яй, а че так? Ну, блять, выношу как могу, нахуй. Давай, ебаша. Нет. Сука, с паузы снял, блядь, быстро. Нет, с паузы. Какая ничья, блядь? Я на твоем острове строюсь, ты чё? Ничья, блядь. Что-то я смотрю, что это не ничья пишет. Не-не-не, там синеньким написано, кто это пишет. Чувак, ну что ты, ну давай, что это? Проигрывать новичку? Все, ты мир заключил, я тебя сейчас быстро вынесу. Сука, блядь. С паузы снимай. Вот чуть медленнее. Нет. Ощущение, что играю, блядь, с каким-то мудаком, блядь. А вот как раз нет, я, блядь, вполне себе в здравом. Не, ну нормальный вообще. Ты не снялся с паузы даже.
слышно, ты, блядь, вообще охуел. Штормами, блядь. Ебаный ты, сука, блядь, козёл. Сука, блядь, пиздец.